Всем привет! Скажите, пожалуйста, меня слышно? Видно? Все отлично. Все, спасибо большое. В этот раз мы без проблем, как говорится. Итак, еще раз добрый вечер. Приветствую вас. Зовут меня Анна Назарук. Я менеджер компании из города Бреста. Так, рада видеть всех вас на нашем вебинаре. Так как думаю, что всех волнует тема именно почему и как нам надо делать личные 150 баллов бонусов в каталог. Правильно? Скажите, пожалуйста, у нас есть сегодня новички, которые только-только зарегистрировались, потому что я думаю, что для них чаще всего это довольно-таки больной вопрос. Но почему мы рассматриваем эту тему, почему она важна, я скажу так, потому что именно 150 баллов – это гарант получения всех премий, всех вознаграждений, получения зарплаты, бонусов от компании Oriflame. То есть, когда мы поднимаемся по ступенькам вверх по нашей лестнице успеха, обязательно первое условие – это 100% мы должны научиться делать 150 баллов. И сегодня мы с вами будем учиться делать это легко. Но что я слышу часто от новичков? Кто слышит такие восклицания? «Ой, это очень много и сложно! Это нереально! И я никогда столько сам не куплю!» Кто слышит такие ответы? Я довольно часто слышу на самом деле, и поэтому очень волнует меня эта тема, и я с удовольствием учу своих новичков, с удовольствием им рассказываю, как же все-таки не бояться этих 150 баллов, а потом с удовольствием и легко делать 200, 250 и так далее, и так с легкостью. Смотрим дальше. Итак, сегодня мы с вами будем именно учиться делать личные 150 баллов. Я вам расскажу те методы и расскажу те фишки, которые работают у меня, которые работают в моей команде и которые близки именно мне, поэтому, может, они кому-то помогут, может, кому-то они пойдут в личный зачет. Смотрим внимательно. Итак, самый первый. Мы сегодня с вами будем учиться, поэтому у нас с вами будет все как уроки в школе. Да? Первый у нас урок. Многие люди, смотрите, которые к нам приходят, да, новички, они, знаете, так, они говорят: я никому не буду показывать каталог, да. Я не хочу, я пришел приобретать только для себя, правильно? Пожалуйста, мы с удовольствием, компания предлагает вам прекрасный шопинг в Oriflame. То есть, делайте 150 баллов, приобретайте для себя, для своей семьи, для своего ближнего окружения, потому что в каталогах 2000 наименований продукции каждый раз, при том продукция разнообразная, для ежедневного ухода, по уходу за лицом, то есть косметика, парфюмерия, то есть море продукции, с удовольствием, если вы хотите просто для себя и у вас это получается, конечно, приобретайте, делайте свои 150 баллов, но сегодня довольно популярен и этот именно здоровый шопинг компании Oriflame популярен в моей семье. То есть я его с удовольствием использую, он для меня важен, потому что на сегодняшний день, как я понимаю, смотрите, здоровый образ жизни – это не только модно, согласитесь, но это еще и жизненно необходимо. Правильно? У нас всех есть семьи, у нас есть родственники, близкие, и поэтому отлично, что в компании появился такой продукт, такое направление, как wellness, то есть направление здорового образа жизни, да. И почему мы и рекомендуем, и сами употребляем этот продукт, потому что посмотрите, сколько много различных стандартов, сертификатов, то есть один стандарт GMP чего стоит, да, это стандарт европейского качества, который гарантирует 100%, что витамины прошли просто колоссальный и строжайший контроль от начала до упаковки, до продажи, правильно? Потом стандарт NASR, это стандарт, который довольно трудно получить, это очень дорогое удовольствие для компании. Например, GMP это для витаминов, NASR стандарт это уже для наших коктейлей, для супчиков, то есть, и посмотрите, компания идет на все,
чтобы подтвердить качество своей продукции. Компания очень много вкладывает в эту продукцию. И также мы должны помнить, что больше чем 50 ученых работает в центре исследований и разработок wellness продукции. Столько вышло независимых публикаций, пока все это разрабатывалось, и когда это все стали люди принимать и использовать. И именно продукция wellness разрабатывалась в течение 15 лет. Я думаю, что это довольно большой срок, и это все-таки гарантия того, что трудились ответственно. Если кто не знает, то, пожалуйста, еще расскажу, что это разработали под руководством наших коктейлей замечательного ученого, который известен во всем мире, кардиолог Стикстен, поэтому уровень продукции wellness, он стоит того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни не только в вашей семье, но и, конечно же, рассказывать знакомым, близким, друзьям и подругам. Итак, дальше смотрите внимательно, что wellness, вот как я приобретаю wellness для своей семьи, и как у меня получается вообще просто с wellness сразу 150 баллов, да? Смотрите, мы покупаем wellness life plus женский. Потом у меня есть сын и дочка, и, пожалуйста, я приобретаю им, пускай будет по одному продукту, это омега детская и витамины детские. Вот и, пожалуйста, 117 баллов, 20 баллов, 27, итого 164 балла. И что самое интересное, это я всем рассказываю, что люди могут говорить дорого, но я им говорю так, вы посмотрите, в день мы тратим 7 рублей 74 копейки на здоровье нашей семьи. Скажите, пожалуйста, это дорого или дешево? 7 рублей 74 копейки для того, чтобы семья была здоровая, чтобы семья была энергичная и довольная жизнью. Я думаю, что это дешево. Итак, смотрите также. Первое, мы приобретаем для себя, но вообще даже на первых порах, когда вы только приходите в компанию, я думаю, что каждый каталог 150 баллов, это в районе 130 рублей, как бы не каждый может себе позволить, и в принципе компания не заставляет вас приобретать лично столько продукции. Поэтому давайте второй урок, пожалуйста, шопинг в Oriflame для друзей и близких. Вот тот, кто пришел, кто стесняется, кто кому-то трудно показывать кому-то чужим, пожалуйста, вот я первое время я делала так и предлагаю всем своим новичкам. Я говорила всегда, я начал строить бизнес компании Oriflame, и мне нужна ваша поддержка. Все равно, ведь вы покупаете гели для душа, правильно, зубные пасты, шампуни в магазинах. И давайте, пожалуйста, сейчас вы будете приобретать это все через меня. У нас у людей, вообще у белорусов и у нашей славянской расы, я вам скажу так, вот это желание помочь, когда ты им говоришь, что нуждаешься в их помощи, это супер срабатывает. И главная ваша задача, чтобы ваши близкие, друзья и соседи видели каталог. Теперь смотрите еще один способ, как сделать свой личный товарооборот. У нас в году море праздников. Мало того, что дни рождения, сейчас скоро будет 1 сентября, и мы вечно несем что-то преподавателям, учителям, пускай маленькие сувениры, правильно? И вот вы должны, вот когда, я вам скажу честно, вы должны на самом деле поменять магазины, где вы приобретаете подарки, если вы хотите, чтобы у вас был личный товарооборот, если вы хотите, чтобы ваш бизнес рос, то, пожалуйста, когда вы в этом бизнесе, то подарки вы дарите из вашего бизнеса. То есть подарки 100% от компании Oriflame. Подарки не бывают плохими там или надоедливыми. Главное научиться правильно подбирать. То есть запомнить одну такую фишку, что чаще всего нежелательно дарить декоративку чужим людям, да. Лучше подберите такую косметику для тела, гели, души, то есть по уходу, скрабы, вот такое для тела. И если вам человек вообще близок, какой-то родственник, конечно же, подарите ему еще продукцию wellness, витамины. Но когда вы дарите продукцию wellness, обязательно положите туда какую-то брошюрку про то, для чего этот продукт, как он работает, кто его, то есть как его разрабатывать, то есть чтобы человек мало того
использовал ваш подарок, а потом постоянным клиентом. И вот если вы возьмете за правило покупать подарки у себя, и этих праздников у нас море, вот и новая, как говорится, фишка в создании своего личного товарооборота. Все, подарки покупаем у себя, нечего ходить по магазинам. Тем более у нас замечательная продукция. И дальше. Это мне нравится очень вообще. Называется моя фишка «Здравствуйте, я ваш сосед». У меня есть каталоги старые. Ну, я раньше, честно говоря, разбрасывала старые каталоги. Сейчас я посмотрела одно видео, и я поняла, что немножко мы разбрасываемся, да, с своими старыми каталогами. То есть, во-первых, это тяжело носить, и я сделала по-другому. Я беру каталог. Вот смотрите, вот берем каталог, да, и с серединки начинаем по порядку выдергивать все листочки аккуратненько. То есть получается, то есть очень много брошюрок, да, я их складываю вот так вот пополам. Все, видите, вот пополам. И вот на эту брошюрку я наклеиваю такое послание. Дорогие соседи, меня зовут Анна. Я живу по соседству, являюсь консультантом по красоте компании Oriflame. Вы всегда можете заказать у меня косметику, и я вам ее очень быстро доставлю. При каждом заказе я дарю подарки. Позвоните мне, и я принесу вам действующий каталог. Вы также можете выбрать продукцию на сайте Oriflame и продиктовать мне заказ по телефону. Пишу свой телефон. С уважением, ваша соседка Анна. И я разбрасываю вот такие брошюрки не только в своем доме, то есть по соседству в домах. И знаете, что я им скажу? Конечно, пройтись надо так, один вечер, два вечера хорошо, разбросать желательно не менее 500, то есть много надо, конечно, этих брошюрок разбросать. Пускай даже сразу не выстрелит, но это однозначно люди про вас помнят потом, потому что оно все равно лежит. И еще одна фишка. Раньше мы кидали в почтовый ящик. И не знаю, очень редко звонили. Я теперь делаю по-другому. Я не кидаю в почтовый ящик. Я вот эту брошюрку, я прохожусь по всем этажам и вставляю в ручку дверную, вот так вот в дверь, то есть в щелочку, куда могу вставить. То есть это уже 100% гарантия, что они внесут вашу брошюрку в дом. И получается, они ее нигде не выкинут, потому что все, они открывают дверь, и эта брошюрка входит в квартиру вместе с ними. Вот так вот я работаю где-то в течение двух каталогов. И что самое интересное, пускай мне не позвонили те, которые я сейчас разбросала, да, но я кидала в марте месяце, и мне начали почему-то отзваниваться сейчас, то есть начинает работать. И они просят, и с удовольствием я делаю эти заказы. И это интересно, и это удобно, потому что это все рядом, не надо далеко ездить, то есть вы экономите свое время, вы экономите, и это все у вас, ну, группой, правильно, и это все рядом. Вот такая у меня супер акция. Здравствуйте, я ваш сосед. С удовольствием. О, у вас вообще все этажи закрыты. Ну, тогда идите по другим домам. Должны быть 100% дома более гостеприимные. Потом, смотрите, еще есть такая, я не знаю, очень многие, конечно, сейчас ушли в интернет, работают в интернете, но я, наверное, вот старой закалки, все равно мне больше нравится работать пока с каталогами, с живыми каталогами, с живыми людьми, можно так сказать, да, я должна их потрогать, поздороваться, и я с удовольствием прохожу все ближайшие магазины, офисы, то есть у нас тут швейники немножко есть, пару фирм таких маленьких, аптеки, то есть какие-то предприятия, школы, детские сады. У меня ребенок закончил детский сад, но я там, как говорится, частый гость. То есть, и я стараюсь все или это возле дома, да, делать, или это я делаю возле своей работы. То есть я еще пока работаю на государственной работе. И смотрите, то есть получается, тут я раздаю каталоги, да, захожу, тоже научилась тому, что когда я заходила раньше, просто говорила там, здравствуйте, там, меня зовут Аня, я вам принесла каталог. Знаете, смотрят иногда диковато. Теперь я делаю так, я захожу и громко такая говорю, здравствуйте, а потом еще раз, добрый день.
И я их сразу огорашиваю. Для вас бесплатная курьерская доставка модного Ани Oriflame. Я им, то есть, говорю, что зовут меня Анна. И обязательно акцентрирую, что я заберу каталог через 2 дня. Успеете посмотреть, да? И я так еще вскользь говорю, покупать не обязательно. Нет, не обязательно, да? Но, то есть, я начинаю там, они оставляют все равно каталог. И, понимаете, обязательно надо у кого-то взять хотя один номер телефона, то есть дать мне телефон, чтобы я вам позвонила, то есть приду, заберу и говорю, все, спасибо, до свидания. И я говорю, потом ухожу и говорю, отлично, я зайду за заказом через 2 дня. Все, я настроила их, они смотрят каталог, но у них уже в мозгу работает, что все равно, наверное, заказ-то какой-то хочется сделать, да, через 2 дня. Стараюсь, конечно, быть пунктуальной, если сказала через 2 дня, прихожу, потому что все-таки, знаете как, чтобы выработался у них на меня рефлекс, что ли, то есть сказала, пришла. Итак, и я когда опять захожу, я опять говорю, здравствуйте, добрый день. Итак, меня зовут, напоминаю, что я Аня, я вам тут каталог оставляла, и знаете, я никогда, вот, по крайней мере, контролировать, стараюсь себя говорить, что не говорю никогда там, что вы хотите себе купить. Нет, стоп. Я говорю так, что вы себе выбрали, на что обратили внимание, чем хотите себя побаловать. То есть, получается, я начинаю их, как говорится, цеплять немножко за их живое, правильно? И если вдруг они все-таки мне говорят, ой, нет, что-то мы там ничего не выбрали, мы же-то каталоги уже полистали. Правильно? Мы знаем, какие у нас интересные акции, на что надо обратить внимание. И тут я начинаю говорить, давайте мы посмотрим, тут прекрасная акция, да? Когда у нас вот эти аукционные продукты, да, вот как сейчас у нас есть в каталоге, мылка вербена, да, получается, из серии, и там надо 2 мыла приобрести, да, и вот это, и тогда оно получается дешевле. Если приобретаешь 2, то стоимость такая, да. И смотрите, я им когда говорю, вот посмотрите это мыло, там, вот, например, ну, замечательный продукт, ухаживает за вашей кожей, не сушит кожу, то есть кожа всегда будет увлажненная. И если мне они начинают, да, да, точно, и я так сразу, так сколько вам заказать, 2 или 3? Понимаете, слово 1 я не произношу, я говорю 2 или 3 или 4 могу, то есть я сразу начинаю у них группировать такую, как говорится, компашку, немножко такой, ну, как это сказать, у нас же все-таки срабатывает вот этот, есть у нас этот стадный рефлекс, то есть если один берет, хочется всем, а если еще кто-то взял, у них, наверное, включается вот это чувство, не знаю, почему он взял, теперь я хочу взять, и оно срабатывает. И еще я постоянно хожу 1-2 каких-то аромата, которые или на скидке, женский, мужской, или новинка. Я всегда ношу в себе или пробник с собой в кошельке, в сумочке, или я ношу с собой водичку, которую сама люблю и у меня есть. То есть из-за того, что я пришла в компанию, раньше у меня была только 1 вода, да, теперь у меня и парфюмерных водичек, и туалетных водичек столько, что уже муж удивляется, что я с ними делаю. Пользуюсь. И вот этим ароматом я вам им так и предлагаю. Давайте я вас угощу новым ароматом. Я наношу им на запястье. И говорю, я обязательно, да, вот чувство коллективизма, спасибо, Анна, большое, а то я уже немножко тут нас, это, ну, короче говоря, смотрите, да, я им наношу, и получается, номер-то телефон у меня есть, я что же собирала контакт у них, я потом обязательно вечером набираю и спрашиваю, ну, как вам аромат? И чаще всего, поверьте, ну, нравится. То есть, получается, аромат же все-таки раскрывается через несколько часов, да? И вот так я работаю с каталогами. И главное, что из-за того, что это опять я стараюсь все использовать, все предприятия, то, что рядом или с домом, или с моей работой, и тут получается, что все-таки экономия времени и экономия моих ног и рук. Потому что это все надо занести и принести. И давайте поговорим, я считаю, что все-таки очень важно вообще проводить бизнес-встречи. Иногда мне говорят, при чем тут бизнес-встречи, до
личного товарооборота. Правильно, да. Я вам скажу, при чем тут личные, вообще бизнес-встречи. Бизнес-встречи проводить надо обязательно, во-первых, для того, чтобы тренироваться, чтобы искать своих бизнес-партнеров, это два, чтобы учиться разговаривать с людьми, чтобы учиться правильно разговаривать с людьми. Итак, смотрите, дело в том, самое первое, вообще самая первая наша с вами задача, когда мы приходим в компанию и когда мы говорим, что мы хотим строить бизнес, мы все-таки представители компании, и наша задача именно рассказать людям о возможностях карьерного роста. Все. Это самая наша первая, можно так сказать, миссия на земле, это рассказывать о возможностях компании Oriflame. Да? Человек уже сам выбирает, или становится он вашим бизнес-партнером, да? Или же становится просто продавцом, то есть кто какие возможности для себя в данный момент увидел, и все. Или же есть такие, конечно, которые отказываются, там говорят, нет, это не мое, я там ничего не буду никому показывать, то есть мне такое не предлагайте. Хорошо, пожалуйста, нет, значит нет, ничего страшного, но именно этот человек должен от нас уйти, если не нашим бизнес-партнером, то как минимум нашим клиентом, правильно? То есть, понимаете, в чем суть? Когда мы приходим в самом начале, я скажу так, глаза у нас горят, нам всего хочется, но у нас мало опыта, да? У нас мало знаний, мало слов, наверное. Может быть, мы в первый раз не достучались до этого человека, да? Может быть, мы не смогли прочувствовать этого человека, он нам сказал, сегодня нет. Но смотрите внимательно, мы его сделали нашим клиентом, правильно? Я сейчас всем рассказываю так, хорошо, нет, так нет, ничего страшного. То есть давай там выбирай что-то по каталогу, в любом случае тебе обязательно что-то понравится. Но я же-то ему, когда рассказывала сейчас возможности, я же всем рассказываю про Хорватию. Что у нас в мае 2018 года компания менеджеров отправляет, как говорится, отдыхать в Хорватию, да, на менеджерскую конференцию. То есть человеку я это рассказала, я рассказала именно еще эту возможность, что вот можно путешествовать. И я так, смотрите внимательно, дальше, мы через 2 месяца, например, я там с ним встречусь, да, например, и тут я такая же, все, супер, квалифицировалась на эту Хорватию, все, я, как говорится, крутая, я там закрыла тот уровень, который мне нужен, менеджерский. Я ему принесла заказ, каталог, и говорю, ты знаешь, то есть там, ну как у тебя дела? Я говорю, супер, я квалифицировалась на эту вот супер Хорватию, все, я думаю, что я поеду, то есть я не верю, но я поеду. Хорошо, то есть он, так знаете, глазки-то, конечно, круглые, вопросики там еще не задает, но уже заинтересовался. Дальше получается, в следующем мае 2018 года я тут через неделю отправляюсь в эту Хорватию на свою менеджерскую первую конференцию и привожу ему опять заказ, да? И говорю, ты понимаешь, все, я еду. И я вам скажу честно, вот в тот момент, когда мы правильно сумели удержать возле себя, пускай не бизнес-партнера, а клиента, мы опять же оставляем ему шанс все-таки узнать о возможностях немножко больше и узнать немножко правильно. Поэтому бизнес-встречи важны, это однозначно. Кто так считает, говорите. Так, хорошо, девчонки, теперь дальше. Немножко опять, я говорю, очень, я считаю, у нас на сегодняшний момент вообще важно именно проводить спа-уходы. Вот из-за, как это сказать, ухода бизнеса в интернет, да, миссия нашей, вот миссия вас, да, миссия нас как консультантов компании Oriflame, миссия нас как менеджер компании Oriflame вообще, это наша первая задача какая? Лично работать с каждым клиентом, правильно? То есть подразумевает вообще наш сетевой маркетинг компании Oriflame, это личная работа с каждым клиентом. Лично, как вы считаете, я так думаю, мы можем поработать только на спа-уходе. Как говорится, когда мы рядом, когда опять мы смотрим друг другу в глазки, когда мы наносим, то есть когда человек это все пробует, когда он это понюхает, когда он ощутит вот эту, как говорится, эффект после нанесения серии, когда он это ощутит,
Ну, никакими, я не знаю, никакими видео мы это не покажем, никакими мы по телефону мы это так не расскажем. У нас люди такие, они должны пробовать, они хотят попробовать, потому что, ну, вот мы такие белорусы. Нам надо пробовать, нам надо. И поэтому я опять обращаю внимание, что обязательно надо проводить спа-уходы и все-таки должны быть эти спа-уходы на наших супер, как говорится, люксовых сериях на Вейдж. То есть человек должен 100% попробовать самое лучшее, должен 100% узнать о самом дорогом, о самом лучшем продуктом в компании, потому что дешево он купит и так себе. Да, но мы должны опять рассказать ему о возможностях выглядеть хорошо с компанией Oriflame. И почему вообще на Вейдж? На Вейдж, конечно, это очень даже выгодно. Признаюсь вам честно, потому что посмотрите, пожалуйста, по баллам. Вот, вот и все. Вот и ваши личные 150 баллов. Серия 150 баллов. Серия 185 баллов. Серия 185, 240 баллов. Вот и вы выполнили свой личный. Человек остался довольный. Вы остались довольны. И в то же время вы остались не то что довольны, и человек, вы остались уверены, что человеку вы помогаете, вы делаете его красивым, вы делаете его ухоженным, потому что все, что говорится о серии Novage, о любой из этих четырех серий, все, что говорится об этих сериях, это доказано, это факты, которые просто неоспоримы. Смотрите, 7 лет исследований, 1000 активных ингредиентов компании изучали ученые, 1000 активных ингредиентов для того, чтобы выбрать несколько, которые работают над той или другой проблемой. То есть 300 тысяч генов изучали ученые. Поверьте, это колоссальный труд. И не каждая компания косметическая может себе это позволить. То есть все-таки у компании есть собственный институт по исследованию кожи. И это тоже не у каждой компании, далеко не у каждой компании есть. Вообще институтов таких несколько. Поэтому с вами у нас есть чем гордиться. У нас есть чем гордиться, потому что именно серии Novage направлены на решение конкретных проблем в процессе старения кожи. И именно устранять причину проблемы, а не следствие, да? И результаты, да, спасибо, Татьяна, клинически доказаны, и технологии многие запатентованы компанией Oriflame. У нас недавно было обучение, стыдно признаться, да? К нам приезжала Наталья Трепашко. Я узнала, что вообще это компания Oriflame первая, кто запатентовал технологии стволовых клеток растений. То есть до этого никто этого не делал, то есть никто до этого не додумался. То есть представляете, с какой компанией мы сотрудничаем, какой продукцией мы пользуемся. И плюс за это нам начисляют бонус-баллы, и за это нам начисляют зарплату, премии и все такое. И отправляют в путешествие, да? Дальше. И, ох, онлайн. Онлайн, признаюсь честно, мне дается, ну, ох. То есть Татьяна у нас кулич, конечно, в этом молодчина. Так вот, смотрите, ну, я расскажу про свои помощники, да, то я их использую, наверное, не так сильно и не так ответственно, как должна была. Но мои помощники, это, конечно, сотовый телефон, планшет, ноутбук и домашний компьютер. То есть вот это все, что есть, и, то использую все, чем могу, но, наверное, еще пока не на все 100%. Вот что я делаю. То есть в Одноклассниках, ВКонтакте я рассылаю рассылочки на каталоге именно своим друзьям Одноклассникам. То есть чужим я никому не рассылаю. Работаю я пока так, и со своей командой мы тоже пока только близкие, знакомые, знакомые знакомых, то есть вот как-то так, да. Потом я слышала, конечно, про странички-продавашки, я их, конечно, видела и смотрела, сама не использую, но думаю, что это очень отличный вариант, чтобы сделать свой личный товарооборот, главное научиться правильно эту страничку открывать, да, там правильно ее оформить. Поэтому смотрите, если кто все-таки больше любит работать онлайн, больше вот это ему нравится, пожалуйста, вот, странички-продавашки, то есть это тоже очень интересно,
То есть, но я говорю, вы должны, то есть главное делать акцент не на продавашках, все-таки, а на бизнесе, да? То есть личный товарооборот и все, и дальше бизнес и бизнес. И смотрите, рассылочки в соцсетях, это я когда делаю, сначала я даю рассылки, например, по каталогу, да, то есть скидываю каталог, ссылку, а потом рассылки по именно каким-то определенным акциям. И так в течение каталога я периодически меняю эти рассылки своим знакомым, близким, и в принципе это помогает, ну, добавить, например, свой товарооборот. Иногда это бывает баллов 150-200, иногда это бывает баллов там 50-30. То есть баллы нам не лишние, правильно? Любые. Поэтому, конечно же, используем онлайн, потому что это сейчас, наверное, одна из самых продвинутых функций у нас в бизнесе. Но я стараюсь ответственно, ну, будем стараться дальше. Дальше смотрите, Viber это, наверное, у всех на слуху. Почему, я так понимаю, Viber стал именно в телефоне, Viber, когда в телефоне, почему он такой популярный и, наверное, пользуется большим спросом? Потому что я так понимаю, что телефоны вообще всегда под рукой. На работе, то есть с ребенком вы, без разницы, идете в магазине, пошли за покупками. То есть телефон всегда с тобой, правильно? И Viber есть практически у всех. И люди вообще сейчас с телефоном вообще сидят, проводят больше времени все-таки, чем даже у компьютера. Это потому что телефоны сейчас до такой степени мобильные и многофункциональные, что, наверное, некоторые телефоны круче наших компьютеров, которые мы купили когда-то. Итак, смотрите, даже... И хорошо Viber еще то, что никуда не нужно ходить, да, сели, рассылочку, раскинули, это все быстро. То есть это все можно даже позвонить по Viber, даже какое-то там аудиосообщение отправить. То есть это все очень мобильно, очень быстро. И, в принципе, это, знаете, дает результат, потому что сейчас вообще у нас люди любят как-то объединяться в какие-то группы, там то по здоровому образу жизни, то по каким-то там продуктам, то мамочки, то папочки по рыбалкам любят. То есть у нас люди почему-то тянет нас в группы, и поэтому делать рассылки именно по группам. То есть группы вы создаете, наверное, все-таки постепенно, потому что если вы хотите создать группу, я вам скажу так, это из моего опыта, не делайте группу, то есть высылайте приглашение все-таки каждому лично. Да, например, как я там хочу, то есть как у меня есть там группа именно по продуктам компании Oriflame, я лично каждому отправила сообщение, то есть я так предупреждаю, пожалуйста, то есть... Ну, если вы остаетесь у меня в группе, вы отключите звук, потому что каждый день я рассылки не кидаю, но если я кидаю, их сразу идет много, чтобы не отвлекать вас и не мешал, чтобы этот звук. Все, говорится, спасибо за внимание, и люди там принимают, не принимают. Есть люди, которые не хотят быть в группах, да, есть и такие, конечно, я тогда им шлю лично. И это все-таки надо немножко, да, контролировать, и занимает это не то что время, а вот именно надо научиться контролировать, какой-то вести учет, запись тех, которые не любят находиться в группах, но часто что-то приобретают. Ну, есть такие, хорошо, мы с такими работаем, то есть нам, мы работаем со всеми, мы любим всех, потому что мы консультанты по красоте компании Oriflame, да. Теперь инструменты. В любом случае, я скажу так, мы работаем онлайн, офлайн, нам никуда не деться от таких помощников, как, конечно, все-таки, во-первых, это каталог, да, каталогов у нас прекрасные, их смотреть просто одно удовольствие, и есть люди, которые до сих пор любят листать живой каталог, потереть странички, понюхать, то есть все, им нужен этот живой каталог. Есть люди, которые любят листать каталог онлайн, все, пожалуйста, такой каталог, то есть все. Каталоги, которые вот у меня я раздаю, они обязательно подписаны, то есть я распечатываю, там различные, то есть у меня и акции там всякие есть, то есть я это все распечатываю, обязательно мой контакт, обязательно там телефон, все. Раньше писала просто Анна, сейчас нет, пишу фамилию, Назарук Анна, то есть все-таки, наверное, хочется, чтобы уже как-то меня по фамилии, наверное, узнавали, и поэтому все, стало, наверное, так, как-то сказать правильно, как-то формировать свой бренд, да, в компании Oriflame.
хотел. Да, вот так. Поэтому каталоги, я тоже с ними, я обожаю с ними работать. Их любят, наверное, на самом деле все. Хорошо. Теперь помним все, конечно, что у нас есть книга красоты, да. Но это уже, я вам скажу так, я даю ну, клиентам, которые, можно так сказать, заслужили, да. Все-таки это совсем другое. То есть, которые я знаю, что все-таки ухаживают за собой, для которых, знаете, как все-таки волнует такой вопрос, как здоровый образ жизни, то есть и они поймут книгу красоты, пускай это как глянцевый, да, журнал, но они поймут этот глянцевый журнал, и их это заинтересует. И еще вам хочу сказать, то есть обязательно пробники должны быть, знаете, для чего? Даже если вы работаете онлайн, вы должны знать, например, какой аромат у наших водичек, правильно? То есть вы в любом случае должны знать, на самом деле, на себе все водички испробовать, все ароматы испробовать, потому что это важно, это все равно ваши ощущения, они важны. То есть в любом случае, как вы рассказываете и ну, подаете этот продукт, это важен, поэтому пробники должны быть все равно. Потом, смотрите, то есть я тут вам написала, да, что набор пробников, если кто не знает еще, кто с новичков не приобрел, код, пожалуйста, цена его, посмотрите, нормальная цена, все. И еще у нас есть компания-визитки. Они пускай такие тоненькие, но я вам скажу, даже не на первых порах, это очень отличный вариант вообще раздавать свои визитки. И посмотрите, они стоят 50 штучек за рубль 50. Красивые, яркие. И самое интересное, что я, получается, у меня их там осталось пару штук, я когда раздаю, я акцентирую, знаете, как внимание, что это я ее лично подписала. Там написано, она на здоровье моей рукой, а я еще уж люблю почерк такой у меня. Ох! Я люблю красиво написать. То есть все, я им так и говорю, что вот лично я написала, то есть все, пожалуйста, возьмите. Потом обязательно у нас должны быть, когда мы разносим и раздаем заказы, конечно, в пакетиках от компании Oriflame. То есть сервис, он должен быть сервис. В любом случае. Тоже пакетики, посмотрите, коды пакетиков, коды визиток, все это я написала. Если вдруг кто-то еще ни разу этим не пользовался, обязательно, потому что вы консультант по красоте компании Oriflame. То есть вы несете это гордое имя компании Oriflame. И смотрите, да, вот теперь у меня задают такой вопрос, на самом деле много людей в команде, которые еще не вышли ни на какой уровень, то есть, например, новички, и они задают вопрос, зачем мне делать 150 баллов, правильно, да? Зачем мне это? То есть им это трудно, им это, знаете как, они ну, не то что не понимают, то есть такое ощущение, что еще они недопонимают, зачем это. И я им говорю, вообще так, я им говорю, хорошо, ты можешь не делать. Вообще не можешь не делать там, можешь делать 10 там баллов, 20 баллов, да. Но я стала прямо в последнее время конкретно разговаривать по цифрам. Мне понравился вебинар недавно был, да, и там нам супер разложили по цифрам. Я немножко трудна в цифрах, но я села и разобралась, то есть теперь я так объясняю людям, да. В любом случае, каждый, вот я так подозреваю, что все-таки все, кто на вебинаре, вариант бизнеса в компании рассматривают, да, то есть те, кто уже давно, я понимаю, они уже в бизнесе, да, те, кто только пришел, все-таки вариант, как бизнес вы рассматриваете, правильно? И поэтому, смотрите, бизнес в компании, да, это красивый бизнес, но это все-таки труд. Скажите, все-таки на самом деле это все-таки труд, и значит, вы свой труд должны уважать, вы свой труд должны ценить, и вы за свой труд должны получать нормальные и достойные деньги, да. И поэтому, то есть, если понимать, зачем вам делать 150 баллов, пожалуйста, я вам показываю. Вот если вы в команду все-таки вот уже набрали 50 человек, да, вы сама не делаете 150 баллов, да. Поверьте, ну не сможете вы их научить делать 150 баллов. Вы сами не понимаете, для чего вам это, и вы не сможете просто внести в их ум и в их сердце, для чего им это. Работать, то есть, давайте возьмем, когда вы делаете, например, давайте возьмем акцию, где 50 человек у вас уже в команде, у нас сегодня акция такая, делай 30 рублей, но я написала, что это 30 баллов бонусов, и ты получаешь бесплатную регистрацию и доставку, так, все, это все бесплатно тебе, делай, пожалуйста. И вы начинаете делать акцент, что все, ты только 30 баллов, все, пожалуйста, тебе все придет бесплатно, больше тебе ничего не надо.
смотрите, сколько вы денег получите. То есть 150 рублей, но с каждым, с 50 человек вы должны поговорить. И я думаю, что это уйдет не час, не два. То есть это займет практически весь каталог на самом деле, да. И всего лишь по 30 баллов. Просто они, как говорится, повелись на бесплатную регистрацию и бесплатную доставку. Хорошо. Дальше у нас есть такая суперстартовая программа, да. Все 5 баллов в течение 21 дня. Опять, вы делаете акцент только на стартовой программе. Сейчас у меня, ну, много таких, я именно моих бизнес-партнеров, которых я переубеждаю, что на 75 баллов людей настраивать не надо. Нет, не только стартовые программы. То есть, понимаете, почему, я потом вам скажу, почему должно быть больше. Смотрите, и 5, 50 человек, то есть вы опять отработали много, 50, и это ваши, ну, партнеры, которые все-таки как бы делают вот эти заказы, и, понимаете, 75 баллов, они старательно проходят это 4 шага стартовой программы, да, и вот, то есть вы заработали свои 500 рублей, все, вы супер, вы молодец, да. Но что тут самое грустное? Когда по 10 баллов делают, когда они делают по 30 баллов, когда они делают по 75 баллов. Я вам скажу, что самое грустное вот именно в этом построении, даже не то, что построение, в этих предложениях, то, что в этих, во всех трех случаях зарабатываете только вы. То есть вот эти 13 рублей, 150 рублей, 500, то есть рублей, да, если вы делаете, когда вы делаете 150 баллов, а всех остальных вы научили делать только вот по столько баллов, зарабатываете только вы. И это немножко, не знаю, ну, наверное, немножко нечестно. То есть в любом случае вы должны все-таки рассказать людям, что можно делать 150 баллов, и тогда у тебя совсем другие возможности. Тогда уже компания тебя воспринимает как бизнес-партнера. Правильно? Бизнес-партнер. И вот смотрите, вот все те же 50 человек, но теперь они вам делают по 150 баллов. И главное, что они это делают легко, и они довольны, потому что уже в любом случае они там из-за того, что у нас вот это, как это говорится, морковка, да, то есть в любом случае они там получают уже зарплату, бонусы какие-то, да, и у вас зарплата 1000 рублей. Так вот, то есть время потрачено одинаково, все вот эти 4 случая, все 50 человек, да, время потрачено одинаково, усилия одинаковые, а зарплата совсем другая, доход совсем другой. Так скажите, все-таки, насколько вы должны, задайте себе вопрос, в какую сумму вы оцениваете свой труд? Просто задайте себе вопрос. Я оцениваю свой труд минимум 150 баллов. Минимум у меня 150 баллов. А дальше мы, конечно, работаем. И я всей своей команде об этом рассказываю. Теперь смотрите дальше. Хорошо. И когда мы со своими девчонками, получается, все-таки рассматриваем все именно вот эти, обучаю я их, как, что мы делаем, как собираем свои 150 баллов. И поверьте, что какие-то трудности уже со сбором заказов уж точно не заставят вас отказаться от своей мечты. То есть первое, это нацелить их на свою мечту. Поэтому самое важное, это постоянно позитивное настроение, постановка цели и опрятный внешний вид. Смотрите, сегодня же начинайте осуществлять какую-то чудесную перемену в вашей жизни. И она как локомотив потянет за собой все остальное. Правильно? А сегодня спасибо за внимание. Я сейчас передаю слово консультанту со своей команды Сахарчук Татьяне. И вот она вам расскажет вообще, как говорится, я вам рассказала про 150 баллов. И она вам сейчас расскажет, какие вообще супер выгоды вы получаете, делая 150 баллов. Все. Сейчас мы на минутку отключимся, на секунду. И ждите Татьяну. Всем добрый вечер. Как слышно меня? Если меня слышите хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики, если видите меня хорошо. Вижу, хорошо, отлично. Еще раз добрый вечер. Зовут меня Татьяна Сахарчук, я из Бреста. И сегодня я бы хотела вам рассказать так вкратце, почему же нам все-таки выгодно делать наших личных 150 бонус-баллов. Первое. Когда вы приходите в компанию, регистрируетесь, вы оформляете дисконт на 20%, и дальше в течение 72 часов с момента регистрации вы должны сделать заказ на 30 рублей. И тогда у вас абсолютно бесплатная будет регистрация и доставка этого заказа.
И автоматически вы участвуете в стартовой программе. Что это за стартовая программа? Она действует 4 каталога. Она действует 4 каталога. Сейчас немножечко у меня тут со слайдом. Вот. 4 каталога с момента регистрации. И вы имеете возможность получить вот такие вот наборы. Всего за 6 рублей 99 белорусских рублей. Что же это за подарки? За первый шаг, когда вы выполняете, имеете возможность приобрести вот такой вот набор серии, легендарной серии «Молоко и мед», а также смягчающее средство в честь выпуска 50-летия компании «Орифлейм». За второй шаг вот такой чудесный набор серии The Wand, это помада и тушь, а также набор кремов для лица с выравнивающим эффектом. 2 крема ночной и дневной, а также крем под глазки. Третий шаг это обалденная серия Giordani Gold, наверное, всем известная, много кому известная. И за четвертый шаг вы имеете возможность 2 набора на выбор. Это мужской либо женский. Мужской состоит из серии по уходу за мужским лицом, скажем так. Это Nord Energy и Wellness Pack, витаминки вот такие для мужчин. Либо же женский набор, который состоит из сыворотки для лица серии Novage, пэк, wellness пэк для женщин и туалетной водички Эклат. Вот такие чудесные подарки вы можете получить. Дальше у нас еще продолжает действовать вот такая вот акция, программа лояльности, которая еще будет действовать 11-12 каталог. Если вы размещаете заказ на 50 бонус-баллов, вы можете приобрести вот такой очаровательный кувшин и в следующем же за ним каталогом большой салатник. Каждый продукт, каждый вот этот вот подарок, скажем так, всего за 4 рубля 99 копеек. Как вы видите, компания Oriflame нам дает очень много возможностей для того, чтобы мы приглашали людей в свою команду. То есть, скажем так, помогает нам вести рекрутинг. И в этом месяце компания Oriflame запустила вот такую новую кампанию по приглашению, которая называется «Кухня красоты». Что же это за акция? Она состоит в том, что вы помогаете своим друзьям, знакомым, всем-всем желающим присоединиться к нам в компанию, скажем так, оформить дисконт на 20%. И они в течение 21 дня размещают заказ, а вы вот эти вот бонус-баллы, которые они, скажем так, делают при заказах, вы их суммируете. Акция эта будет продолжать действовать с 11 по 13 каталог. Вы накапливаете все бонус-баллы ваших новичков и имеете возможность обменять вот эти вот ваши баллы на вот такие вот, скажем так, подарки, которые это бытовая техника для кухни. Вот. Если вы с вашей командой, то есть ваши новички наберут все 3 каталога 100 бонус-баллов, вы можете получить вот в подарок вот такие кухонные весы. За 200 бонус-баллов 2 подарка на выбор. Это чоппер-измельчитель, либо же блендер. Дальше. За 500 бонус-баллов это сушилка для овощей, или же вот такая хорошая йогуртница. И за 1000 бонус-баллов соковыжималка. Скажем так, вот каждый для себя вправе выбрать какой-то подарок, вот один из бытовой техники, и стремиться идти собирать бонус-баллы в течение 11-13 каталога и вот получать такие чудесные
подарки. Как вы видите, компания создает нам все условия для того, чтобы мы вели рекрутинг, для того, чтобы мы приглашали людей, обучали их. Они, и вы собираете бонус-баллы, растете при этом, и у вас есть такая возможность попасть на конференцию менеджеров в Хорватии, которая состоится в следующем году, в мае. Что же это такое? Что же это за конференция? Как туда попасть? А попасть, в принципе, не так уж и сложно. Всего надо выполнять вот такие условия. Квалификационный период действует, начиная с 11 каталога по 1 каталог включительно. Для этого вы должны размещать заказы, личные заказы не менее 150 бонус-баллов. И каждый каталог вы должны иметь как минимум 2 квалифицированных рекрута. То есть это 2 человека, как минимум, я обращаю внимание ваше, как минимум 2 человека, которые будут выполнять хотя бы стартовую программу. То есть выполнять тех минимальных 75 баллов. И тогда у вас есть возможность вырасти и иметь возможность попасть на эту конференцию. И условие такое, что к первому каталогу, новому уже в новом 2018 году, вы должны иметь свой менеджерский уровень. Более подробно, вот скажем так, разработать план вы можете с помощью своих спонсоров, которые вам помогут в этом разобраться более подробно. Вот скажем, стремитесь, мечтайте и... Путешествие в Хорватию вам, можно сказать, обеспечено. Знаете, на самом деле это все не так и сложно. И мне кажется, если для себя выделить какую-то цель и стремиться к ней, это совершенно легко, все может получиться. Жизнь – это ведь как езда на велосипеде. Если тебе тяжело, значит, ты идешь на подъем. Вот такие вот, скажем, стартовые программы, такие вот компании, которые компания нам помогает помочь вырасти. И я думаю, что каждый из нас воспользуется этой возможностью. И я желаю вам удачи, растите, собирайте бонус-баллы, растите опять же. Все, всем пока. Все, спасибо, удачи, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. До свидания. Так, закрываем окошко. Надеюсь, были...